Луняшка, наконец-то ягода, сливовый сезон открывается. Нюшка, пошли тоже кушать, пошли пробовать будем. Луняшка уж, я знаю, больно любит у нас ягодки, сливки, но дрыхнет весь день. Персонально принцессе с доставкой на домик. Ох, Луняшка, вкусняшка, давай спускайся, ешь нормально. А то ведь сейчас весь домик в клубничке угваздает. Вкусно, скажи, вообще. Да? Я даже еще не попробовала. Первые луняшки дала на дегустацию. У всех уже клубника продается, признавайтесь. У нас вот килограмм клубники 450 рублей стоит. А у вас почем? Луняшка, ну долго, что ли, я так буду стоять, пока ты ее все слижешь у меня? Луняшка. Ну-ка, давай сливу продегустируем еще. Сливку отрезала. Ой, сливу будешь? Очень они любят нектарины, сливы. Но нектаринки какие-то дубовые еще у нас продаются. А вот сливы вот эти вроде красивые. Такие мягкие. Нет, слива не зашла. Слива не зашла. Пошли есть клубнику, Луняшка. Пошли. Красивая, но не знаю, вкусная или невкусная. Нюшка, будешь ты пробовать или нет? Дегустацию делать. Нюша. Нюшка, я знаю, что любит очень абрикосы, сливы. Но первые абрикосы невкусные какие-то были, я которые попробовала. Вроде красивые, мягкие, но просто никакущие. А клубничка очень зашла. Посмотрите-ка, эта принцесса тоже лежачи у меня. Ой, ну что за девчонки? Избалованные, да нельзя. Лежа они дегустируют. Ишь ты. Вкусненько? Нюшенька, вкусненько, да? Ой, очень вкусненько. Даже скажи, я аж привстала. Скажи, мама, никуда ручку не уводи. Скажи, я буду так кушать клубничку. Ой, ну смешнульки такие, не могу. Да? Ой, скажи, вообще вкусно. Прям вкусненько, да? Любимуша моя, скоро малинка еще будет. Малинку Луняшка уж очень любит. Ой, ну Нюшка, ну Нюшка, столбичок села. Луняшка, давай спускайся. Давай спускайся. Ох, лентяйка. Ой, не знаю. Мне говорит, наверх сюда преподнесите. На, на, Нюшенька. Не хочет она спускаться, значит, Нюшенька будет у нас кушать ягодку.